Ежегодно, начиная с 2006 года, 28 апреля, в Международный день охраны труда, в Украине отмечают День охраны труда. Пригласили сюда местных производителей спецодежды, которая должна обеспечить безопасные условия труда работников на предприятиях, которые работают в нашем городе или в нашем регионе, или вообще в Украине. Основной посыл этого мероприятия, что мы хотим сказать, о том, что у нас в Днепропетровске, в Днепре, есть производители, которые могут производить спецодежду, которая находится на высоком уровне и соответствует стандартам и гарантиям, и которая призвана, эта спецодежда, обеспечить защиту от вредных опасных условий труда. Первое. А второй посыл этого мероприятия – это напомнить работодателям, что согласно законодательству о труде, закон об охране труда, именно на работодателе лежит обязанность создать систему охраны труда на предприятии и убрать вредное влияние опасных или вредных условий труда на работника. Жіноча утеплена куртка, виготовлена для роботи в непогоду на вулиці, як під дощем, так і під снігом. Має сучасний вигляд, не промокає, зберігає тепло. ДСНС. У 2017 році за підтримки Дніпровської міської ради дніпровські рятувальники отримали 260 костюмів для пожежників. Цей костюм гарантує максимальний рівень захисту. Він легкий, зручний в експлуатації, захищає від теплових впливів та від викидів полум'я.